В декабре 2023-го на Первом канале состоялась премьера 7-го сезона сериала «Ищейка», в котором Александра Ивановна Кушнир начинает новую, свободную жизнь в Сочи. Именно поэтому создатели внесли небольшие коррективы в привычное название, добавив в него фамилию ключевого персонажа, роль которой исполнила актриса Анна Банщикова. Напомним, режиссером первых трех частей стал Дмитрий Брусникин. После смерти постановщика место занял Андрей Головков, знакомый по сериалу «Молодежка». Он же провел перезагрузку картины. В 7-м сезоне появились новые актеры, такие как Максим Лагашкин, Елена Валюшкина, Петр Рыков, Александр Абласов и другие. По предварительной информации, дата выхода 8-го сезона сериала «Ищейка» запланирована на 2025 год. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.